Може быть, я это и есть Бог, Бог это я. Птицы меняют курс, люди спешат и торопятся жить, кто-то тоже на дальше уйти. Нет, не может быть, чтобы я это и был Бог. Не может быть, что Бог это и был я. Мир оставляем под нашей год. Идем на подъем, идем на подъем. Шашлыки, машлыки, кто-то уехал по своим делам. Мы очень переживали, очень ждали этого дня. И спасибо вам, что вы пришли, и мы пришли. Мы сейчас вам подарим час, я думаю, такого загадочного... Час двадцать. И, друзья, поехали! Thank you.
хорошие вести. Сегодня с милым идем не воевать, идем петь песни. Зорі їх взіслася.
разные два. Разные два. Называется она «Два молодца» на данный момент. Ага. А на сцене у нас четыре девушки. И «Два молодца». Как раз в финальном исполнении этой песни. Secret to be found, yeah, you're missing.
плохую погоду. И песня называется «Дождик». Вот так, вот так, надо за кипу скакать, за кипу сидеть, надо лапочки погреть. Вот так, надо за кипу скакать, за кипу.
Сейчас, да я даже, я думаю, даже не стоит ее объявлять. Давай еще раз, песню, в общем, я думаю, сейчас все услышите, все узнаете, подпевайте и... Можно на работу сводить. Да, все что угодно. Thank you.
Oh,
песня про то, что мы не можем, некоторые девушки не могут, и просто то, что тяжело на сердце и невозможно про это не спеть. Не могу. Thank you.
Yeah.
Самая новая!
Для нас всех артистов это важно. Спасибо вам большое за сегодняшний концерт. Вам спасибо. Без вас он бы не состоялся. Thank you.
Кузнецова, лидер ансамбля «Живые люди», авторский джаз. Владимир Глушко, лидер многих коллективов, в том числе «Бигатек», его личный коллектив. Алексей Самойленко, мультиинструменталист, а также композитор. И группа «Фолкбит», Светлана Шестополова, Мария Зиброва, Светлана Иванова, Алена Минулина. Друзья, я очень хочу сказать еще одну маленькую вещь. Я надеюсь очень, что Свистун, главный нашего коллектива, сейчас поднимется на сцену. Это я тебе говорю. Да, тебе нужно взять много чего в руки. А я уже. Ага. Тогда покажите, пожалуйста, кто-нибудь, хотя бы один, что сейчас презентовали вам. Можно, Наташа, тебя попросить продемонстрировать? А, вот. Ребят, мы вместе с этими замечательными людьми записали вот такой диск. И он сегодня здесь. Если хотите, можете его приобрести. Это все, спасибо вам большое.
Ти бачиш.